Коровяков. Разворачивается, с неудобной бросает. В каркас ворот попадает. Единственная заброшенная шайба в составе СК 19-46 в сегодняшнем матче. И продолжают армейцы атаковать. Арсений Коромыслов. Армейцы разместили в зоне соперника. Коровяков, но сейчас он бросить не сумел. Коромыслов. Продолжается атака СК 19-46. Юрий Горнушечкин. Вновь Коромыслов на синей линии теперь. Вот такое впечатление, что армейцы Петербурга в большинстве сейчас действуют. Не покидают они зону соперника. И вот какая ошибка! Акул, она завершается еще одной заброшенной шайбой. СК 19-46. Лучший бомбардир армейцев Петербурга. Матвей Мечков, лучший снайпер. Также по совместительству свою 24-ю шайбу забрасывает и 36-е очко набирает, остается лидером по этому показателю. Мы смотрим повтор. Какой пас здесь последовал в этой атаке, его тоже мы отмечаем, которым воспользовался Мечков. Был здесь момент замешательства, не случайно я сказал слово ошибка. Вот так вот Мечкова выпустил.